Итак, друзья, начало лета, столовая Парфенон, поселок Витязева. Давайте посмотрим цены, что изменилось. Меню большое, находится рядышком с паралинией. Можете увидеть, что тут все очень близко. И самое важное, что когда сюда заходишь, тут большие кондиционеры, помещение прохладное. И вот в таком очень красивом стиле все сделано. Посмотрите. Давайте по ценам. Хлеб, одна штучка, 2 рубля. Так, салатики, сельдь 68, оливье 76 было, окрошка 110, пикантный салат 75 и крабовый был по 83, 40 рублей. Да ладно, как здравствуйте. Мы только зашли. Мы посмотрим по ценам. Ценник, я тебе хочу сказать, что прям уже радует. 40 рублей свекла, помидор 60 рублей. Морковь 35, салат с пекинской 50, 40 рублей тоже вот какой-то там салатик, 65 овощной, а это был летний салат, зелень, сметана. Смотрим, солянка 150, суп лапша 85, бульон с курицей 50, борщ 75. А почем вот добавочки? Ну, если положу себе сметану или эту. Это входит стоимость. А, то есть входит стоимость бесплатно. Спасибо. Девочки, в шапочках, так хорошо. Отбивная с сыром и помидорами 156 за 100 грамм. А, мой вожарина 95,50. То есть все сами готовите. Так, пирожочек печенье. Пирожок картошка, пирожок бантик, булочка детская, 35 рублей булочка, соска 65, семенки по 50 штучка, и пирожки разнообразные, думаю, картошка, капуста и так далее. Бифштекс с яйцом 150, 60 рублей, омлет, блины с творогом 50, блины с мясом 70, блины просто по 40 есть, так, оладьи печеночные 90, жаркое и свинина 190, горбуша жареная 126, налага 75, мой жареный 95,50 за 100 грамм. Порция рис 45, гречка 70, пюре 50, пельмени 115, макароны 40, вареники сладкие за 65, картофель по-деревенски 55, плов 625, сосиска отварная 50 рублей, сардельки отварная 95, тефтели 110, печень куриная с луком 60, поджарка свинина 93, гуляш 150, кусок жареный 110, котлета по домашнему 85, это куриные 72, голубцы 85, карачок отварной 110, кабачки тушеные с овощами 50. Ну, каркаде 30, компот 30 и разные соусы можно дополнительно взять. Причем, что если вы брали там какие-то блюда, они шли. Вот. Ну и, собственно, кофе. Можете посмотреть, как выглядит сама столовая. Довольно-таки симпатично все смотрится. Ну что, друзья, пишите тоже, если вы ценники увидели, как вам. Есть еще одна столовая. Пойдем в ту столовую. Пойдем посмотрим еще одну столовую. Во все столовые цены смотрите, друзья, в отдельных видео. То есть вы можете все посмотреть, сравнить, что почем и где, как и сколько стоит.